звезде нашей школы, заслуженному учителю Российской Федерации, директору гимназии Соломеину Николаю Николаевичу. Дорогие ученики гимназии 161, дорогие первоклассники, которые сегодня первый раз переступят порог нашего образовательного учреждения, выпускники 9 и 11 классов, я сердечно поздравляю вас всех, ваших замечательных родителей, с Днем Знаний, с началом нового учебного года. Новый учебный год мы отмечаем неоднозначно. Мы отмечаем, потому что это еще у нас и юбилейный год. Сегодня исполняется 30 лет существования нашего образовательного учреждения. За годы своей истории гимназия стала одним из лучших образовательных учреждений города Екатеринбурга. Результаты наших выпускников единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, показали, что опять, как обычно, наши выпускники нас не подвели. И гимназия по итогам рейтинга входит в десятку лучших образовательных учреждений города Екатеринбурга. В прошедшем учебном году гимназия также вошла в рейтинг 200 образовательных учреждений России, выпускники которых поступают в двадцатку лучших высших учебных заведений России. Я благодарю педагогический коллектив за результаты творческого труда. Я благодарю всех родителей нашей гимназии, которые в течение всего года помогали школе, делали все для того, чтобы нашим детям училось комфортно в стенах нашего образовательного учреждения. С праздником вас, дорогие ученики, родители и педагоги гимназии! Словно в армию меня провожала вся родня. Дед, конечно, впереди. Он вздохнул, не подведи. Папа выпрямился гордо, галстук завязать помог, а потом добавил тихо: будь внимательным, сынок. Мама скромненько всплакнула и слезу платков смахнула. Дорогой, учись отлично и веди себя прилично. Сердце вдруг разволновалось, как на линии огня. Пока буду грызть науки, пропадет моя родня. Не хотел идти я в школу, там уроки задают. Что случилось? Непонятно. Ноги сами в класс несут. Я скажу вам, между прочим, что занятие очень-очень. Я еще на 2 недели уложила все в портфеле. В школу я иду с цветами, маму за руку держу. Из-за пышного букета я дверей не нахожу. Плакать, мамочка, не стану, обещаю твердо я, что гордиться мною будет скоро вся моя родня. Каждый день все подробно расскажу, с кем дружила, что узнала, и тетрадку покажу. Стать отличником смогу я, ведь учиться мне не лень. Приносить пятерки буду я из школы каждый день. Мы устроили для вас мини-презентацию, а теперь душе угодно бурные овации. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай, будет круто. Если у тебя нет друга, и ты обижен.
первоклассники, сегодня у вас самый радостный день в жизни. Вы пришли к нам просто мальчиками и девочками, а буквально через несколько минут вы станете настоящими учениками нашей школы. Здорово! Много старше вас и горим желанием донести до вас наказ и наши пожелания. Будьте вежливы со всеми старшим и грубите. Всех быстрее на переменку, мчаться не спешите. Полюбите физкультуру, в жизни пригодится. Скорректировать фигуру, накачать вам мышцы. Чаще, шире улыбайтесь, смейтесь позвончее. На несчастье отвечайте добротой своей. И запомнить всем вам надо, силы, ум важнее. Вера, дружба, вот что свято, с ними вы сильнее. Любите Родину, ведущую нас к цели. Любите Родину и все ее дела. Любите Родину, покуда будут силы. Любите Родину, она у нас одна. Знаешь, тетя ученица, знаешь, дядя ученик. Школа будет мной гордиться, хоть пока и не велик. Если ж дядя вам не слышно с двухметровой высоты, я подставлю к вам стремянку, чтобы с вами быть на «ты». Посмотрите вы на нас, скоро мы заменим вас. Дорогие первоклассники, мы дарим вам этот звонкий колокольчик и хотим, чтобы именно он прозвенел на вашем последнем звонке 25 мая 2026 года, а вы, в свою очередь, передадите его будущим первоклассникам. Открывающий путь к новым знаниям, открытиям и достижениям. Ура! Квадраты круг учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе. Уроки начинаются! И не путать никогда острова и города. Учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Расстегиваем курточку, вешаем на спинку стула. Я говорю, вы меня слушаете. У нас сиденье на стульчик повесить. И спину тебя повесить. Я вообще Я считаю до трех, все смотрят только на меня. Курточка на полу, надо повесить. Быстрее. А номер кабинета? 216. Замечательно, теперь меня внимательно послушали. Я сейчас проверю, кто не потерялся, нашел меня, дошел до кабинета. Как вы будете это делать? Как взрослые, услышав свою фамилию, вы поднимаете руку и говорите «здесь». Анюта, хорошо, опустили ручку. Замечательно. Вот так вы будете мне представляться и громко говорить «здесь». Договорились? Папкина Анна. Где ручка?
Правая рука. Так, Виктор Владислав. Здесь говори. Молодец. Гал Всеволод. Здесь. Молодец. Галкина Анастасия. Здесь. Прекрасно. Звонарева Софья. Здесь. Замечательно. Крюков Руслан. Здесь. Прекрасно. Кукуев Максим. Здесь. Замечательно. Метикова Полина. Здесь. Хорошо. Мухаметянова Камила. Здесь. Замечательно. Недвецкий Вячеслав. Здесь. Замечательно. Немчинова Юлия. Здесь. Хорошо. Ашуртов Марк. Здесь. Прекрасно. Подкорытов Александр. Здесь. Замечательно. Пруцких Вероника. Здесь. Хорошо. Янкова Полина. Здесь. Замечательно. Сазонов Дмитрий. А где здесь? Здесь слово громко. Так, Соловьев Илья. Здесь. Молодец. Тюльканова Валерия. Здесь. Умница. Трунова Марьяна. Здесь. Прекрасно. Фаскиев Максим. Здесь. А ручка? Правая рука. Вот, хорошо, только правая. Камзина Анна. Здесь. Прекрасно. Хлебников Артем. Здесь. Замечательно. Чекардин Максим. Здесь. Прекрасно. Черепанов Никита. Здесь. Хорошо. Чистяков Глеб. Здесь. Прекрасно, Глебушка. Чуваков Илья. Здесь. Замечательно. Шершов Владимир. Здесь. Хорошо. Шагиахметов Роман. Здесь. Замечательно. Панджаяна Наита. Здесь. Умница. Ельшина Анна. Здесь. Молодец. Печоркин Василий. Здесь. Все. Кого-то я не назвала. Тебя не назвала? Ты кто у меня? Соломин Родион, давай знакомиться. Соломин Родион, умничка, тоже здесь. Итак, весь наш класс в сборе. Сегодня у нас очень интересное путешествие. Вначале мы с вами отправимся в путешествие в столовую на завтрак, а потом в зал. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда. Дружить, учить в школе, учить в школе, помочь мне успеть, помочь мне успеть.
вперед! Полный вперед! Курс на север! Курс! Поднимай!